Сургут готов принять граждан из Донецкой и Луганской народных республик, хотя на сегодня пока нет информации об их прибытии. Журналистам об этом рассказали в администрации города. Всего муниципалитет может принять и разместить 230 человек. Для каждого из них предусмотрено трехразовое горячее питание. Всем при необходимости окажут любую поддержку, в том числе медицинскую и психологическую помощь. Всего для жителей Донбасса подготовлено 3 учреждения в Сургуте. Взрослых с детьми разместят на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». 2 корпуса рассчитаны на 130 гостей. И еще для 100 детей-сирот подготовлены места в социальных учреждениях. 100 детей несовершеннолетних сирот будут размещены на базе 2 объектов по линии социальной защиты. Первый объект – это Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям, который расположен в Барсово. И второй объект – Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов. Он расположен в поселке Снежный.